мой канал. Сегодня хочу вам рассказать о новиночке от Dior, о летней новиночке этого года, 2017-го. Это их тушь Plump and Volume. Их новиночка вот такая вышла вот как раз-таки летом. Это тушь Dior Show Plump and Volume. Это, как я уже сказала, их новиночка. Я приобрела в черном цвете 0,90. По-моему, у них только в черном и есть. Вот Black Pump. И я уже показывала, но хочу еще раз показать, что Dior, мне очень нравится заказывать на официальном сайте Dior, потому что посмотрите, как красиво все они умеют упаковывать. То есть у них и сама ленточка вот такая вот красивая. И достойная коробочка, посмотрите, какая вот вся красивая, написано Dior. Также у них это просто не подарочный выбор, это простой стандартный. У них, кстати, доставка бесплатная. И даже в стандартную бесплатную доставку они упаковывают в красивую коробку и красиво перевязывают бантиком. Вот так вот у них красиво. Даже бумага сама, тоже на ней написано Dior. Надеюсь, что будет видно. Тоже везде вот написано Dior. Наклеечка, естественно, Dior. И сама коробочка, в которой все приходит Dior. И сам конвертик, где лежит чек. Тоже вот, посмотрите, такой вот диоровский. Ну и помимо чека, также лежит вот такая вот красивая открытка от Dior с комплиментами от Dior. То есть очень, конечно же, приятно и красиво все это у них упаковано. И все это бесплатно. То есть очень-очень достойно. Ну давайте вернемся к туши. Это такая инновационная тушь. Кстати, хочу также показать, что Dior делает очень хорошие подарки. Он их посылает также вот в таких вот коробочках с любым заказом. Два бесплатных пробника. Ну, чем больше вы всего заказываете, тем больше пробничков получаете. И вот я выбрала вот такой вот стандартный наборчик, который я уже тоже выбирала в прошлый раз. Это Lip Maximizer. Кстати, мне он не очень понравился, в принципе, даже он мне скорее не понравился. Он немножко холодит губы, но увеличивать он абсолютно никак не увеличивает. То есть, по мне, объем, даже такой искусственный объем, он абсолютно не делал. Он просто как был как блеск, да, он, наверное, немножко с ментолом, потому что чувствуется, вернее, не чувствуется, а вот он холодит, и, кстати, так хорошо холодит, но какой-то там эффект увеличения абсолютно нету, поэтому я покупать это полную версию не буду. И вот такой вот крем от Dior, Multi Perfection Cream я выбрала, пробничек. Хороший крем, мне, если честно, понравился. Ну и вот такая тушь, их новиночка, как я уже сказала. Это инновационная тушь, созданная креативным директором самой марки Питером Филлипсом. И она, инновационность этой туши заключается в том, что она гибкая и у нее такая пластичная каучуковый футляр. Благодаря этому, то есть вот вы видите, что здесь Plump and Volume, то есть вы должны нажимать, и вот она легко так нажимается, и при нажатии от тепла ваших пальчиков тушь нагревается и становится более текучей, а значит лучше распределяется по длине каждой реснички, то есть без каких-либо комочков. Также щеточка у нее, сейчас вам покажу, вот такая. Так, как вам тут настроить, чтобы было видно? Вот.
Она вот такая вот. Она имеет. Ой, сейчас вам так покажу получше. Щеточка это имеет два вида щетинок. Жесткие и гибкие. То есть жесткие, они обеспечивают точность нанесения, а гибкие, благодаря вот этим гибким щетинкам, тушь наносится обильным слоем. То есть, как говорит сам креативный директор, вы должны нанести несколько слоев по, как я уже сказала, обещаниям производителя. И вот эта тушь создаст эффект накладных ресниц. В продаже он с апреля 2017 года. Я, если честно, ждала эту новиночку, очень мне хотелось попробовать ее. И когда я видела видео, как Питер Филлипс наносил эту тушь на модели, то вы знаете, да, действительно, очень красивый такой эффект был. То есть я бы не скажу, что он прям совсем накладных ресниц, но действительно мне понравилось, как это выглядело. Вот тут вот видите, тоже вот написано Dior, и здесь написано вот этот вот Plump and Volume. Вот так вот. Вот так вот тут все это выглядит. Здесь Dior. Ну и, как я сказала, здесь она такая очень мягкая. И вы нагреваете пальчиками. И вы нагреваете пальчиками. Потом открываете. И сама эта тушь. И тушь наносите. Кисточка. Тушь ничем не пахнет. Вот тут пластиковая крышечка и уже сам тюбик, глянцевая крышечка и тюбик сам матовый. И как я уже говорила, что вышло только в одном цвете, черным. Black Pump. Так вот. Вот как эта тушь выглядит в деле. Мне кажется, тушь очень хорошая для Dior. По сравнению с другими тушами, эта тушь действительно удлиняет, немножко делает паучьи глазки. Ну, хорошая тушь, хорошо удлиняет. Мне кажется, действительно, единственная тушь от Dior, которая достойна своей цены. Потому что нанесла я два раза, то есть эта тушь в два раза нанесена, но мне кажется, действительно хорошая тушь. Ну, могу сказать, что понравилась мне эта тушь. Хорошая очень тушь. Могу ее рекомендовать, если вы присматриваетесь к каким-то тушам от Dior. Они все примерно одной цены. То обязательно приобретите себе именно вот эту Pump and Volume. Она действительно очень хорошо удлиняет. Если вас не напрягают паучьи глазки, то эта тушь достойна своей цены. Она действительно хорошо очень удлиняет реснички. Поэтому хорошая новиночка у Dior. Ну что ж, спасибо всем за внимание, всех целую, всем пока.